Исторически в Барселоне сложились глубокие традиции театральной жизни. И сегодня местный театр поражает и разнообразием, и качеством постановок. Да и количество театралов растет. Во множестве маленьких театров идет переводная классика и современные пьесы. А на сцене Национального театра можно увидеть самые необычные представления. В том числе и танцевальные спектакли. В городе частенько гастролируют первоклассные коллективы, исполнители испанского танца и фламенко. Скромное трехэтажное здание с черепичной крышей и невысокой башенкой на нечетной стороне Рамбла де Санта-Моника – это Центр искусств Санта-Моника. Центр искусств Санта-Моника занимает здание бывшего монастыря. На первом этаже – культурно-информационный центр каталонского правительства, где можно узнать последние новости из художественной жизни всей Каталонии. На втором и третьем этаже – выставочные залы, а на террасе – кафе с отличным видом на бульвар. Жизнь в Барселоне всегда бурлит, в том числе и культурная. Одних музеев в столице Каталонии столько, что даже выбрать нелегко. Этнографический, морской, декоративных искусств, обуви, автоматов, геологии. Есть даже музей духов. И, конечно же, всемирно известный музей Пикассо. Его, пожалуй, посетить необходимо. Впрочем, морской музей тоже очень интересный.